Вот станица Полтавская, свалка в Полтавской, да, вот он. Вот он полностью этот фильтрат. Да, ну вот. И как бы вот технологии, короче, включили. Это то, что мы видим сверху, да. Вот эту, грубо говоря, нефть. Вот она из-под подложки. Вот из-под этой свалки, вот, в Полтавской. Ёбан. Вот они что сделали. Оп. И прокопали прямо траншею. Прямо прокопали вот эти вот траншею. Вот, чтобы вы понимали, вот этой жижей, вот этим фильтратом, ядом фильтрата. Вот они в канал с водой. Этот канал идет по всем вот так вот полям. То есть вот он, прокопали траншею. Это то, что только мы снаружи видим. Ну вот там опять машинка подъехала, сторож сказал, что мы приехали снимать. Ну вот, пожалуйста, то есть во время американско-вьетнамской войны вот этим феноном травили вьетнамцев, американцев. То есть здесь сейчас, видать, вот эти свалочники, походу, решили нас вот эти вот травить. И вот они прямо прокопали, чтобы это не куда-то там шло, а прямо хлоп и в каналы с водой. Ну, вот так вот ребята работают. Вот она, свалка. Пожалуйста. И кто здесь, какие агенты и на кого кто работает. Вот эта ситуация довольно-таки непонятна. Вот они прямо прокопали, понял? То есть, ну, чтобы она не распространялась здесь по дороге, чтобы его сильно видно не было. Представляете, где-то если вокруг свалки вот так вот этой, где-то было что-то еще где-то. То есть они под низом проклали трубы и прямиком, они не стесняясь, то есть они не откачивают вот этот яд. Они прямо прямиком его в канал прокапывают, чтобы сильно видно даже не было. То есть вот так вот нас травят планомерно. Вот они. Вот он, весь фильтрат отстоит. Это то, только то, что мы видим, то, что наружу, наверх вышло.